раза прочитал, нормально. Ну, а историю ты как читаешь? Один раз прочитал и все? Не, я тоже два раза прочитал, вот, одну цифру прочитал два раза, закрыл, себе рассказал Циньшухуан. А что там дальше было? Я только два слова знаю, и все. Поэтому мне ученица только тройки ставит. Даже в четверти ставила. У него внутриутробное поражение центральной нервной системы. Угу. То есть он уже родился с нарушением. Кесарево было, тяжело маму в себя приходила. Благодаря санаторию, конечно, он сейчас, вот, как заметили, мало заикается. И ум уже работает намного лучше. Лечение есть лечение. Как. Полы сегодня прям быстро моют, полы на огороде копаются. Ни от чего, как говорится, если что попроще, посуду моют. По домашнему, вот, работе, по домашней работе, ему что-нибудь попросишь, он с удовольствием все это выполняет. Ну, я вот стараюсь, чтобы так... Я люблю больше всего стоять не на воротах, а на поле. Mm-hmm. Вот у меня есть друг, его зовут Данил, он лучше всех играет в футбол, в баскетбол. Он ходит на спорт, и он всегда выигрывает. Mm-hmm. Да он тебе помогает в этом, да? Ну, да, помогает. Я у него каждый раз спрашиваю: Данил, кто лучше, я или Сашка? Ну, да у нас еще есть друг Сашка. Вот я с очками, а он нет. Ты с кем лучше будешь нарушить? С очками или без очков? А мне все равно, лишь бы был друг и не обижал. А вот это когда летом еще было. Вот он я, это в очках, а вот мой друг Данька. И вот он прям всегда поможет. Я к нему даже прихожу с математикой или с русским. Говорю: Данил, вот так и так. Я не могу справиться. Даже когда мы вот дома сидим, он прям приходит, то прям вовремя. Тот раз русский мы не могли сделать. Он пришел, я ему сказал: Данил, как русский сделать? Давай посмотрим. Ну, я стараюсь, чтобы он был предельно честен со всеми. Не то, что со мной. А вот я говорю, пусть горькая правда, чем сладкая ложь.